Джастин, какое настроение перед игрой с московским «Динамо»? Это будет большая игра, проверка для нашей команды. И мы хорошо настроены и уверены в себе. У нас отставание от группы сильнейших команд на длинном пути регулярного чемпионата. Нам надо будет сокращать его, и это будет поиск новой перспективы для нас. Как команда готовится к матчу в Москве? Я думаю, как и к любой другой игре, мы делаем все, что нужно, что требуют от нас тренеры. К примеру, накануне была мощная ледовая подготовка, мы очень хорошо покатались. Жень, «Динамо» в Москве, разрыв 3 очка, принципиальный соперник. Да, для нас сейчас не важно кто. Для нас любая команда, надо выходить, настраиваться, выигрывать. Нам нужны очки сейчас в каждой игре, не важно какой соперник. И все-таки всегда встреча с «Динамо» – это какой-то своего рода выезд в Москву, перформанс для «Витязя». И, конечно, хочется победить. Ну, на самом деле, просто приятно играть с такой командой, как «Динамо», в Москве, вы правильно сказали, на хорошем стадионе. Так что это хорошие эмоции, позитивные, и мы готовимся к этой игре.